Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Обличчя й сонце. Як вберегти себе від шкідливого впливу світила, сьогодні нам розкаже наша гостя. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» косметологиня-візажистка Альона Савченко. Пані Альона, рада вас вітати у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, як дійсно сонячні промені впливають на шкіру обличчя, тому що ми чуємо неодноразово, що це шкідливо, і все ж таки, як вони цей вплив, що це за вплив? Здравствуйте. Конечно, теплых дней становится все больше, и я надеюсь, скоро солнце начнет радовать нас еще больше своими солнечными лучами. Но мы все уже как-никак мыслями на отдыхе из-за начала лета, и хочется поехать в заслуженный отпуск и приехать с этого отпуска с красивым загаром. Я думаю, что у всех ассоциируется загар такой шоколадный с шезлонгом, пляжем, песком и, конечно же, солнцем. Хочется сказать о важном влиянии не только эмоциональном, но и физиологическом. Солнце помогает синтезировать в нашем организме витамин D, без которого невозможно нормальное развитие костной ткани. Но и, как говорит моя бабушка, «що занадто, то не здраво». Скажем, что солнечные лучи могут и пагубно влиять. Начнем с того, что оно может иметь как и небольшие последствия, так и серьезные вызывать и меланомы, и рак кожи. Но если говорить о более легких последствиях, то, конечно, кожа лица однозначно страдает. И как бы в отместку она запускает такие процессы преждевременного старения. Как факт, что происходит? Есть волокна в нашей коже, коллагена и эластина, и вот как раз они и отвечают за то, чтобы у нас был хороший тургор, чтобы была упругая кожа, чтобы мы выглядели молодыми и здоровыми. И также отвечают за регенерацию кожи, но при повреждении этого всего не происходит. Поэтому как бы постоянные солнечные ванны грозят не только нам обгоревшим носом, но и серьезными последствиями в виде дряблости кожи и морщин. Причем мало кто знает, что самое уязвимое в нашем теле, в нашем, особенно на лице, это губы, так как губы имеют всего лишь 4 слоя клеток, а это в 5 раз меньше, чем на поверхности остальных участков нашего тела. Поэтому под влиянием ультрафиолета наши губы могут высохнуть, могут потрескаться, и это тоже очень неприятно. Особенно обладателям герпеса солнце может только подарить это нежелаемое удовольствие. Также хочется отметить, что глаза очень страдают от солнечного света. Мы в такие теплые дни хотим, конечно, и купаться в его лучах, но нужно не забывать о том, что яркий свет влияет на сетчатку глаза и может также вызывать ожоги, которые в народе называются снежная слепота. Но если этот ожог получается единожды, то сетчатка восстанавливается, и все как бы приходит в норму. Но получаемый этот ожог каждый день на протяжении всего лета, это может привести даже к слепоте, то есть к каким-то неисправимым последствиям. Поэтому, скажем, летом носение солнцезащитных очков — это больше не модный аксессуар, а необходимость, действительно. Так, если вспомнить и соединить, к примеру, что мы говорили про кожу и про глаза, то, конечно, когда мы щуримся, получаются заломы в коже и появляются гусиные лапки, их называют, тоже морщинки вокруг глаз. И это тоже как бы нежелаемое последствие солнца. Также волосы и ногти. Однозначно солнце влияет на их сушение, ламкость, на то, что начинается ослабление именно волос и ногтей. Как
это изменить. То есть всего лишь достаточно должным образом увлажнять и следить в эту жаркую погоду за нашим телом, не забывать, что все абсолютно требует увлажнения, как кожа всего тела, так и лица, так и ногти, так и волосы. Вот примерно так і влияє. Дякую за відповідь. Ну, чому важливо берегти обличчя від сонячного впливу, ми зрозуміли, а як же це робити правильно? Да, действительно, после всего сказанного хочется задать только один вопрос. Как же не бояться выходить на улицу летом и гулять на открытом воздухе? Важно помнить только несколько правил. Первое правило – это, конечно же, пользоваться кремами, которые содержат в себе фактор SPF. То есть фактор SPF – это защитный фактор. На коробочке как раз каждого крема пишется номер, то есть циферка, которая означает тот или иной степень защиты. И, конечно, расскажу, как его выбрать, это тоже очень важно. То есть обладательницам, людям, у которых такая светлая кожа, кожа, похожая на молочко, которые не загорают, а больше обгорают, для них нужно выбирать максимальную защиту. Это может быть и 30 SPF, и там до 50 доходить. Людям, которые загорают хорошо, но все равно имеют светлую кожу. Для них варьируется где-то 25-30 SPF. Для тех людей, которые смуглые, хорошо загорают, все равно должны они использовать SPF. Но может быть фактор защиты где-то 25-20, вот так вот, 15. То есть нужно просто обращать внимание на то, что написано на упаковке. Тобто такими кремами можна користуватися навіть і для обличчя, тому що ми звикли, що сонцезахисні крема – це лише там для наших рук та ніг, аби вони не згоріли. Более того, крема, даже некоторые предназначены для того, чтобы наносить их на губы. То есть, поскольку все требует защиты, то те, кто их производит, то есть производители, они учли этот фактор и производят действительно уже с учетом того, чтобы люди наносили, ну да, не для внутреннего потребления, конечно, но губы сверху мы можем помазать и выйти на улицу. Дякую за відповідь. Якщо все ж таки обличчя наше згоріло, як діяти, що робити? Конечно, если все-таки солнечного ожога не удалось избежать, а такое бывает достаточно часто, особенно на море, когда мы приезжаем на несколько дней и хотим все-таки насладиться солнцем, то достаточно пользоваться после успокаивающими средствами. Это могут быть различные кремы, сейчас их огромное количество, это могут быть увлажняющие гели, то есть это может быть даже пантенол всем известный, в нем как раз содержатся увлажняющие и факторы, которые помогают регенерировать клетки кожи. Поэтому обычно такие средства можно найти в обычной аптеке. Но я еще помню, что в моем детстве моя бабушка мазала меня обычной сметаной для того, чтобы просто охладить хотя бы и увлажнить немножко кожу. Як взагалі доглядати за шкірою обличчя влітку, тому що це такий дійсно складний період для нашої краси, як і жіночої, так і чоловічої, що робити, щоб залишатися і свіжими, і при цьому доглянутими? Ну, совет, я думаю, один. Это, конечно, увлажнение. Потому что, особенно в летний период, влага активно испаряется, и нам не хватает воды, то есть нужно помнить о том, что нужно, во-первых, пользоваться кремами, во-вторых, нужно читать то, что написано на упаковке, потому что там в основном мы помазались и вышли на улицу, но крема нужно обновлять, особенно после там купания в воде или долгого, длительного ношения его на коже. Нужно помнить, что пить много воды однозначно, носить головные уборы, носить очки, то есть не пренебрегать какими-то элементарными вещами, которые можно сделать и избежать этих пагубных последствий. Также хочется сказать, что мы привыкли пользоваться кремами, особенно девушки,
Это может быть увлажняющие крема и питательные крема, но так как летом мы достаточно много кушаем и овощей, и фруктов, и в принципе микроэлементов, питательных вещей достаточно, то можно пользоваться только увлажняющими кремами, особенно легкими, какими-то такими гелевыми, которые быстро впитываются, ну, для легкости, просто ощущения себя летом. Также очень популярны сейчас спреи. Это может быть какая-то минеральная вода, они очень легко распыляются по лицу и как бы немножечко облегчают нам вот это вот состояние духоты и состояние такое жаркости, что ли. Тобто можна сказати, що крім того, що ми маємо пити воду для дійсно такого підтримувати водний баланс, ще й можна використовувати воду і зсередини, точніше навпаки, ззовні. Так, ззовні. Просто обрискуватися водою, і це дійсно улучшить стояння літа. Дякую за відповідь. Я, так як ми поговорили про як доглядати за шкірою, хочеться плавно перейти про те, як же зробити її більш красивою, тому що дійсно всі дівчата влітку хочуть робити макіяж, але він виглядає не завжди доречним, можливо, тому що не хочеться таких важких текстур, як ви вже сказали. Яким же має бути макіяж у цей у цю пору року? Летом я, в принципе, приверженница того, что макияж должен подчеркивать только все самое лучшее у нас, а не подчеркивать там какие-то общие тренды, которые присутствуют сейчас в мире. Поэтому летом я бы советовала отказаться от текстур тяжелых, плотных, пользоваться только какими-то легкими BB-кремами, CC-кремами, то есть только тем, что как раз будет выполнять даже не функцию какой-то маски у нас на лице, а функцию защиты, так как в основном в таких CC и BB-кремах предусмотрена как раз защита SPF, то есть это больше как защитный фактор. Также я бы советовала отказаться от пудры по возможности, потому что на замену пудры летом приходят специальные салфетки, которыми мы можем также убрать жир с лица, который выделился, и не забивать пудрой поры. Поэтому, в принципе, летом я вообще люблю ходить без макияжа. Сейчас можно сделать себе, покрасить раз в месяц бровки и быть королевой. Поэтому, в принципе, придерживайтесь естественности, дайте коже подышать, впитывать витамин D особенно, не нагружайте ее. Чи помічаєте ви, можливо, там ідучи містом, що дніпрянки все ж таки вважають, що влітку треба, так як і взимку, використовувати такі міцні текстури? Чи помічаєте ви, що все одно продовжують наносити яскравий, можливо, макіяж, як я вже зазначила, не завжди доречний? Знаете, сейчас я все больше начинаю углубляться в эту индустрию мейкапа, и на самом деле я начала замечать, что все уже немножечко отходят от этого. То есть да, конечно, присутствуют яркие макияжи, людям нужно как-то самовыражаться, нужно как-то показывать, что они вот такие личности, и это все-таки разноображивает нашу жизнь. Но я все-таки начала вот действительно замечать, что натуральность все-таки входит в уже такой обычный, такой закостенелый тренд. То есть все пытаются поменьше косметики. Действительно, я только что шла к вам на прямой эфир и видела кучу девчонок, которые красивые, стильные. Они идут по улице, и они без макияжа. И это не может не радовать, потому что, возможно, на них есть макияж, но сейчас есть еще один тренд – макияж без макияжа. То есть мы выглядим отлично, нами все любуются, но никто никогда не догадается, что на нас есть какая-то косметика, и это здорово. Тобто тенденция натуральности, вона продовжує набирати обертів, и зараз тільки стає міцнішою. Да, да, конечно. Ну, это не может не радовать. Що ж, я прошу вас так тезисно підсумувати нашу прес-конференцію, щоб ще раз ми проговорили такі основні пунктики, що треба пам'ятати влітку, щоб виглядати добре і щоб не зашкодити шкірі нашого обличчя. Да, давайте все-таки підведемо
подведем итог, потому что это важно помнить и важно этим не пренебрегать. Я еще раз повторю эти важные правила. То есть первое правило – это все-таки пользоваться кремами, содержащими фактор защиты SPF. Второе правило – это внимательно читать на упаковке, как нужно этим пользоваться. То есть действительно не намазался и пошел, а все-таки ответственно относиться к тому, что может привести к нежелательным последствиям после. А третье – это одевать солнцезащитные очки. Обязательно, потому что все-таки желание и умение, и такая... возможность любоваться окружающим миром, это немаловажно в нашей жизни, и мы должны беречь наши глазки и все-таки носить очки. А четвертое – это носить головные уборы. Знаете, еще мама в детстве: «Одень шапку, одень шапку». Ну, не просто так, это как привычка с детства, которая должна быть выработана. А четвертое – это пить много воды, обязательно. То есть если в зимний период в рационе должно присутствовать там 1,5-2 литра воды, то есть летом должно быть на 300-500 миллилитров больше. То есть мы должны все-таки тоже не пренебрегать этим и пить водичку. Еще отметим, что нужно увлажнять кожу. То есть это может быть даже алоэ гель, или это может быть водичка, настоянная на ромашке, и замороженная, и просто вот там протирать, охлаждать лицо. То есть это тоже будет как бы тонизировать и идти только в плюс. То есть вот такие простые правила абсолютно. Не пользоваться тяжелой косметикой. То есть чувствуйте себя натуральными, чувствуете, как вы дышите, наслаждаетесь этой летней погодой, купайтесь в лучах солнца, но все в меру. Що ж, це чудовий підсумок нашої прес-конференції. Я вдячна вам за спілкування, вдячна за всі поради, які сьогодні ви нам надали. Сподіваюсь, наші глядачі, глядачки почули для себе корисну інформацію та зробили висновки. Сьогодні говорили про те, як вберегти обличчя, шкіри від впливу сонячних променів, чому це важливо робити і як це робити правильно. Нам розповідала наша гостя, косметологиня-візажистка Альона Савченко. Ще раз дякуємо вам за прес-конференцію. Дякую. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!